Эти личности чувствуют ответственность за своих близких, однако им не следует проявлять о них чрезмерную навязчивую заботу. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Из них получаются хорошие бизнесмены и журналисты. Покровительство Венеры дает этим людям врожденное чувство прекрасного, поэтому у них тяга окружать себя красивыми вещами. Для человека с буквой О в имени характерна богатая интуиция, которая помогает выявить уготованную им цель. Буква Н в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Владельцы такого имени застенчивы и с трудом сходятся с окружением. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Подавив в себе стремление к накопительству, владелец имени сможет реализовать свой богатый духовный потенциал. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Владельцы этого имени всегда подумают, прежде чем начать действовать, но их действия в основном приводят к застою в делах. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Может проявиться желание все грести в свои руки. Возможно, человека трудно будет заставить или попросить сделать что-либо в интересах постороннего или ради собственного духовного прогресса, а как минимум только ради прихоти своего тела. Обладатели этого имени гостеприимны, их дом всегда полон друзей и знакомых. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Имеет глубокие чувства, проявляет умение обращаться с деньгами. Эти люди имеют способность видеть людей насквозь. Часто в характере людей с буквой «О» в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Буква «М» в имени дает большую внутреннюю силу. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.